Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Татьяна, мы находимся в нашем офисе Башни Федерации, 18 этаж. К нам сегодня пришел клиент с радостной новостью. Недавно, вчера буквально, получил визу в США, американскую B1B2. Вот она, заветная виза, которую все мечтают получить. И это, как видим, вполне реально, это возможно. Здравствуйте, расскажите немножко о себе, как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Азиз. Я с Узбекистана, в Москве уже вроде с 2015 года. Давно мечтал получить визу, и вот, слава богу, я уже... Мечты сбываются. Да, мечты сбываются, и дай бог, я поеду и там отдохнем, погуляем, поработаем. А как происходила подготовка? Вы долго по времени готовились? Да, вроде 2 месяца. Общались по скайпу, по ватсапу, да, с юристом уже вот недавно прошел тест. Вы посольство? Да, в посольстве прошел тест, и вроде я им понравился, и вот они уже одобрили визу. Видимо, понравился, да. А то не отдали бы нам. А многие спрашивают, нужна ли какая-то визовая история перед тем, как заходить в посольство Штатов. Вы в какой-то еще стране были? Да, я был во Франции. Один раз был во Франции, там погулял, мне очень понравилось, поэтому и дай бог, вот в Америку хочу посмотреть Америку. Да, Америка, конечно, совсем другая страна, но вот видите, друзья, как бы не обязательно иметь весь паспорт в печатях, чтобы получить визу. Так, ну что ж, какие ваши планы? Насколько знаю, у вас друзья в Нью-Йорке. Да, мои друзья там учатся. Вот, сказали, приедешь, если есть желание, поступишь учиться, дай бог. Посмотрим, супер. Есть желание поучиться. Супер. Я вас поздравляю. Спасибо. Отлично. Спасибо. Да, спасибо, друзья. Увидимся в новых роликах. И, конечно же, паспорт. Да, спасибо. Это ваш паспорт с визой. Спасибо, всего доброго. Удачи.